Всем привет, друзья! С вами я, Сергей Рындин, и вы у меня на канале. Не знаю, короче, ребята, что получится у меня. Вот из такого материала, бамбуковая такая переплетенная, знаете, подложка под тарелки. Вот, из нее решил замутить кирпич. Она прикольная фактура такая плетеная. Вот, не знаю, как он будет пропитаться, полиуретан, и как я его буду отрывать от него. Но вот сейчас выклеиваю кирпичики. Вот получается вот такие вот кирпичики. Сделал три вида. Одни полосочки так, один полосочки поперек и один полосочки по диагонали. Вот, чтобы, ну, в разбежку должно быть, по идее, прикольно, если его по-разному там этого делать. Через шовчик. Он даже, я думаю, через белый шов будет вообще шикарно смотреться. Вот обклеиваю его обычный кирпич, который у меня уже был, как бы, ну, вот, и из него его обклеил клеем, опять же, жидкими гвоздями. О, сижу, короче, долго уже выклеиваю, уже часа три, потом, думаю, решил снять. Вот, сейчас пообклеивал, сейчас буду собирать под него матрицу. Прилипает тяжело, вот сейчас надо тут подклеить кое-где еще. Эта штука к гипсу прилипает тяжеловато. Весь в клею. Все пальцы, не знаю, как отмоюсь потом. Хорошо прилипает, зараза. Ну, покажу вам в дальнейшем. Матрицу сделаю, покажу, что получается. Сразу не стал снимать, когда начал обклеивать. Вот, ну, подрезал, обклеивал долго. Часа три, наверное. Так, вот такая миниатюрная форма у меня получилась. Вот, матрица. Камень приклеил. На тот же... жидкие гвозди на те же. Прошелся все хорошенько пластилином по, именно под камнем, рядом с камнем, там полностью все, все стыки прошелся пластилином. Сейчас обработаю воском. Так, ну это у меня три заготовки будут. Вот, посмотрим. Конечно, я не знаю. Он воск такая вот УСМ-ка, как всегда уже знаете, кто смотрит мои ролики. Хорошенько стыки. Не знаю, конечно, как буду отрывать. Вот, сам камень сейчас прохожусь. Потому что он плетение такое пористое. Вот. Не знаю, полиуретан по-любому через эти дырочки пройдет до фактуры самого гипса. Вот. Но все хорошо, сейчас обработаю воском. Она слоя в 3. Дам высохнуть. Буду пробовать. Может, все-таки потом оторву. Вот так вот получается. Так, развел немного полиуретана. Ну, как немного, ну вот ведерки видите. Оставалось у меня там с одной формы, но он уже никуда не пошел. Во-первых, стоит давно. Уже как бы боюсь, что он не просроченный. Уже, наверное, месяц стоит. Так, форма застыла. Попробуем посмотреть, что получилось. Вроде отходит от камня. Есть. Вот так вот получилось. Ага. Посмотрим, будет она такая ярко выражена или нет. Сейчас сделаю отливку. И будет видно. Ну не сейчас. Пусть немножко полежит. Так, форму смазал.
обработал, сейчас развел полкилограмма гипса с пластификатором. Сейчас сделаю пробную заливочку, и тогда уже будет понятно, стоит ли дальше заморачиваться с этим камнем или нет. Вот такие издержки получаются по изготовлению форм. Можно понять только, когда уже сделаешь контрольные образцы по фактуре. Так-то прикольно вроде фактура смотрится, а что оно будет из гипса получаться, это уже секрет. Пока не сделаешь форму, пока не зальешь, не поймешь. Так, залил в принципе с пластификатором, поэтому пузыриков ничего этого быть не должно. В принципе, все отлично, ждем. Так, ну посмотрим. Уже стоит полчаса. Что получилось? Опа. Что-то фигня какая-то, наверное, получилась. Фактура так, конечно, не отразилась, как она была на этом. Не знаю, стоит ли заморачиваться. Блять, попробовать его прокрасить. Да? Сейчас попробую прокрасить его, посмотрим, что получится. Ну, короче, друзья, пробовал разные цвета и попробовал и в перламутре, и это. Ну, конечно, не сравнится, да, то, что до результата, и это. Вот ткани, вот если сделаны, там полосочки, ну, не ткань, она как, не ткань, а бамбук, типа такой хрени. Вот, а отпечаталась фактура очень фиговая. Ну, смысла нету. Вот, пробовал и акриловым лаком, там, по-разному с цветом, и просто водная покраска. Ну, короче, она не выделяется, оно получается, короче, фигня, как будто камень, как наждачка. Да, короче, так что считаю этот эксперимент неудачным, но я не расстраиваюсь, это не первый мой неудачный эксперимент с фактурой. Буду пробовать дальше. Спасибо, что смотрите меня, друзья. Подписывайтесь на канал, прожимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. В следующем видео будет новая фактура. Так вот, вкратце вам ее покажу. Вот такая, вот такой вот камень буду делать. Но это все в следующем видео. Ну а пока, всем пока.